Hello guys, мы сегодня на экскурсии компании Шаба. Фонтан какой. Я нормально снимаю. Вот видите, тут робы, поля. Куча народа. Выходим в зал. Говорят, что очень клево сейчас час будет. Сейчас посмотрим. Смотрите, как клево. Тут вот бабушки собирают виноград. Итак, как же происходит перегон у нас?
большинство помещается молодое вино, белый сорт. Это Алибутер, Цитерин, Кипен, Шаразуны. Дальше вино здесь подливают. Видите, спонтирует Шевченский, когда идет на ноге, всегда продукт пах. Дальше рвак, который лечит воздух, уходит в сферу вверх по экономии, и слушает системы тромбов, переходит в следующую колонну, которая нам пробочная резко охлаждаться. Уже вторая часть вино, самое главное, как называется она? Холодильник. Музей Шаву. Смотрите. Для чего это делается? Для того, чтобы вещества, микроэлементы, они бы шли не вверх, а в ягоду. Здесь четко показана гроздь, которая прорывается в середине весны. Обрезка делается несколько раз за сезон, уважаемые гости. Она вначале делается в феврале, в марте, потом еще это возможно в мае, вот июль, даже в августе возможно, если, например, хороший урожай. Поэтому, уважаемые гости, мы оставляем роду страдать, она работает как нам выгодно и дает хорошую жизнь тем ягодам, которые мы хотим видеть. Мы уменьшаем даже урожай. Ну а сейчас самое интересное. Батарея в камере разрядилась. Да, разрядилась. И все стало фигово. Мне очень понравилось на этой экскурсии. Там я... Короче, там я увидел очень много интересного. Там были старые бочонки, там средневековье. Там были... Вот это вот Шабо, это раньше был город. Там один чувак, который вроде бы Шабо это сделал. Он был из города ВВ. Он типа умер и решил обратно вернуться в Шабо. Он как типа жил. Потом он пришел к нам в Украину, в Шабо. Ну, в Украину. В Шабо. Там он попробовал вино. Он оставил там свою шляпу, которая до сих пор есть в музее Шабу. И он ушел в иной мир. Там люди с Пушкиным, ну там один вроде бы человек, я не помню, как его звали, пил с Пушкиным. Еще там была роспись короля. Короля звали вроде бы Карл Второй, как-то так, я не помню уже. Ну и да. Я походил, я там был в затоке, затока нормальная. Что еще могу рассказать интересного? Я еще снимал там, получается, фонтан. Там показывали, как типа кипит и бурлит вино. Но это видео не записалось, и мне его не скинул один друг. Да, не повезло. Ну что ж, а я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!